Так, доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Таро Путь Колесницы. Сегодня давайте с вами сделаем раскладик его мысли, чувства, действия. Да? Расклад общей позиции одна, поэтому смотрите начало. Если есть резонация, смотрите дальше. Если резонации нет, смотреть не обязательно. Также напоминаю, что расклад общий, даже если есть резонация, он может отыгрываться не на 100%. Это нормально. Слушайте, пожалуйста, свою информацию, вы свою услышите. То, что вас не касается, вы тоже поймете, что это вас не касается. Договорились? Ну что ж, подумайте о своем человеке, настраивайтесь на него. Подумайте о своем человеке, о своем мужчине. Давайте посмотрим, кто пришел к нам сегодня. Дальше его мысли о вас. Его мысли о вас. Его мысли о вас. Чувства. Его чувства к вам. Покажи нам, пожалуйста, свои чувства к женщине. Чувства. Его истинные чувства к вам. Действия, как он будет действовать по отношению к вам, как он будет действовать, как он будет действовать по отношению к вам. Так, тихо. Какой-то такой энергичный мужчина. Окей, смотрим, кто пришел. Человек, который очень, знаете как, старается избежать неловких ситуаций. Он как бы в такие моменты прям замирает. То, что ему кажется. Ну, смотрите, здесь человек зависит от социального мнения, да, то есть то, что ему кажется, то, что другие люди могут осудить, не принять, не понять или еще как-то, понимаете, то есть еще как-то привлечь внимание, то есть он старается особо не привлекать к себе внимание. Прям вообще прям заморозка такая идет, да, то есть какие-то ситуации, которые могут показаться ему опасными, а опасность здесь может быть элементарно, да, вот видите, тут женщина прикасается, и это уже опасность для него. Сказать, что это человек нерешительный, в какой-то степени да. То есть он может долго взвешивать, решать. Но, знаете, такое ощущение, что очень много человек живет в мире фантазий, уходит от реальности. Я могу сказать, вот несостоявшийся, да, нереализованный, то есть до конца, понимаете? То есть он может даже действовать как-то, но он не позволяет себе свои амбиции. Он не позволяет себе делать шаги вперед, да, то есть он закрывается, у него не хватает энергии, не хватает смелости. Вот если бы кто-то взял его, да, за ручку провел к вершинам его славы, ой, как было бы хорошо, понимаете, это из этой серии. Сам? Нет, понимаете? Мало того, если кто-то к нему придет и скажет, слушай, мужик, ты же вот такой-то, 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 он, я кто? Я? Нет, что вы, это не обо мне. Ну, прям идут определенные здесь комплексы, я бы сказала, у человека, и этих комплексов довольно-таки много. То есть человек уже может быть, знаете, как не подросток, человек постарше, даже человеку может быть 60 лет, чтобы вы понимали,
Но комплексов предостаточно. Человек не берет от жизни то, что ему надо бы брать. Вот не берет. Просто стесняется. Знаете, говорят, ужасно, когда женщина стеснительная, но еще ужаснее, когда мужчина стеснительный. А еще и такие моменты бывают, что он же тут стеснительный, а иногда он перегибает, потому что энергия-то все равно есть. Иногда он может в каких-то узких кругах, там, наедине с собой или в своей родне, там, быть, проявляться какие-то его могут темные демонические стороны. Почему? Потому что он же подавляет себя перед обществом, чтобы быть хорошим. Вот что хотел сказать. Знаете, это из вот этих людей, которые хотят быть всем хорошими. Он хочет всем быть хорошим. Угодничество такое. А дома может срываться на близких, на семье, на детях. Потому что постоянно подстройка, это ж ни один нормальный человек не выдержит жить в подстройке, понимаете? А здесь человек живет в подстройке. Окей, хорошо, давайте его мысли о вас. Его мысли о вас, что он думает о вас? Но смотрите, здесь идет такое, что он думает, что вы вот уже вы знаете, что какие-то у вас то ли проходят, то ли прошли трансформации. Вы как-то очень сильно изменились. Вы вышли из состояния, когда вы были совсем холодной. И прям так все обо всем думали, вы вышли из этого состояния, у вас поменялись энергии, они обновились довольно-таки позитивно. Ему нравится, как эти энергии обновились. Но я бы сказала так, знаете, он как бы за этим всем наблюдает. Я не вижу. Но ему кажется, что вот вы прям изменились. Вот я не могу сказать, там, в лучшую или в худшую сторону, но здесь явное энергетическое обновление прям произошло, что вы прям другая-другая стали. И ему так кайфово от этого, девочки. Его прям это заводит, то, что вы так обновились. Окей, хорошо, давайте так. А какая вы теперь стали? Какая вы теперь стали, по его мнению? Какой ты видишь женщину сейчас? Какой ты видишь женщину сейчас? Вы стали больше демонстрировать, да, свои чувства, свои истинные отношения. Даже если это отношение не всегда, скажем так, уместно, даже не то чтобы не всегда уместно, а даже если, как это сказать, ну вот знаете, есть вещи, о которых не говорят вслух, допустим, а вы можете сказать. Вы можете где-то правду сказать, вы можете где-то показать. Есть что-то, на что другие люди могут закрывать глаза, а вы это можете сказать, понимаете? И он прям прется от этого, девочки. Вот он прям прется, ему это так нравится. Он может об этом вам не сознаваться, не говорить, но ему это очень нравится, девчонки. А что тебе важно в этом? Что тебе важно? Но это не означает, то есть вы можете его держать на расстоянии, вы можете быть где-то в стороне, но вообще он просто видит, что качество вашей энергии изменилось, и ему кайфово, вот ему кайфово за вами такое наблюдать. Вот он бы прям смотрел сутками напролет, прям такой кайф идет. Что тебе в этом всем так нравится? Скажи, пожалуйста, что тебе в этом всем так нравится? Говорит, она такая непосредственная стала. Она такая классная, в ней все сочетается, и прошлое, и будущее, и детскость, и вообще, то есть такая гармония, прям кайф вообще. Хорошо, а ты вот скажи, ты прям удовольствие от этого получаешь? Ты прям удовольствие получаешь от этой женщины сейчас.
Да, девчонки, он говорит, ну я хотел бы, да, я хотел бы с ней взаимодействовать, я хотел бы быть ближе. И ему кажется, что с вами такой он может стать сильнее, он может себя проявить как мужчина, он может порешать ваши какие-то проблемы, ваши какие-то задачи. И вот, знаете, как бы у него сила здесь просыпается. У меня такое ощущение, что вы его как-то возрождаете и вдохновляете, да? Женщина сейчас тебя возрождает откуда-то. Ну, говорит, не в творчество, не в писание стихов, да? А на что? На что вот женщина тебя или возрождает, или вдохновляет? О чем это, скажи мне? Но у него просыпается сила, девочки, у него просыпается сила, у него просыпается страсть, у него просыпается энергия, и вот прям этой энергии очень много, что ему кажется, что он может воздействовать сейчас на ситуацию, на других людей. То есть благодаря тому, что вот он сейчас за вами наблюдает такой какой-то другой, какой-то такой необычный, такой интересный, он начинает в себя верить, что он может воздействовать на мир, потому что нам вообще показывают человека, который предпочитает не воздействовать на мир, а сейчас он верит, что он может воздействовать на мир. Окей, очень интересно, девчонки, очень интересно. Хорошо, давайте посмотрим, что этот человек чувствует к вам, его чувства к вам. Девчоночки, ну давайте так, по порядочку. По порядочку, на чувствах у него есть страсть к вам. Желание с вами взаимодействовать, желание с вами попробовать то, что он, может, не решился бы попробовать с кем-то другим. Почему? Потому что он здесь видит, что вы здесь можете взять инициативу в свои руки и можете его повести за собой. И он прям, вот знаете, он прям ждет с огромным нетерпением, когда это произойдет. На чувствах у него к вам есть, знаете, есть. Вот, ну вот здесь такое двоякое, потому что с одной стороны есть здесь влюбленность, но такое ощущение, что он эту влюбленность тормозит, он не дает ей полностью развиваться. Он наблюдает, он все-таки ждет инициативы от вас, когда вы ему дадите отмашку, что как бы можно действовать дальше. И на чувствах у него здесь есть такой момент, знаете, что вот с вами как-то. Ну вот, как же это нам так? Может быть, с вами постижение чего-то непостижимого. Я не знаю, как это правильно сказать. Но у этого человека, вы же понимаете, что у людей, которые сами по себе внешне скромны, у них там внутри огонечек гуляет, очень много фантазий. Вот ему кажется, что с вами он здесь может воплотить чего-то такое, чего он не воплотит ни с одной другой женщиной. Понимаете? То есть здесь, я вам скажу так, здесь у нас все-таки больше эмоций идет не по чувствам, а больше по страсти. И вот в этой страсти здесь фантазии и такие, и сякие. И вот у него огромные, девочки, огромные надежды на вас. Огромные. То, что вы его, скажем так, и в мире взаимодействия мужчины и женщины, то, что у нас идет ниже пояса, грубо говоря, что вы ему тут откроете целую вселенную и пойдете с ним в такие фантазии, в которые обычно нормальные люди не ходят, ну, грубо говоря, да, ну, мы же понимаем, что все равно все нормально, то, что двое договорились, все нормально, но тем не менее, но он ждет от вас этой инициативы, и он ждет, что вы его сердечко как-то разбудите, пробудите, да. Ой, прям, сейчас сяду поудобнее, потому что я что-то как-то. Так, хорошо, скажи, пожалуйста, а почему вот ты так вот все от женщины ждешь, а сам? Почему ты все, вот все, что ты мне говоришь, а он говорит, я фантазирую, ну очень хорошо. А он говорит, она такая огненная, как бы она такая инициативная, как бы я тут уже прям жду, горю, не могу. Хорошо, почему все равно ты, вот где ты, скажи мне, где ты? Почему отмашка от женщины, где ты?
Ой, да и говорит, я даже не знаю, мы как-то... Девочки, ну такое ощущение, что это все в его фантазиях, да? Потому что он говорит, ну мы же сейчас особо не коммуницируем, что я ей скажу. Очень интересно. Фух. Я прям повисла в этом месте. А что бы ты хотел сказать? Что бы ты хотел сказать женщине, которая смотрит тебя? Говорит, мне так нравится с тобой взаимодействовать, мне так нравится с тобой играть, девчонки. Он готов быть послушной игрушкой в ваших руках. Возьми меня на ручки, делай со мной что хочешь, управляй мной, манипулируй. Я тут просто буду заглядывать тебе в глазки и играть с тобой так, как ты решишь сама. Почему ты все даешь в женские руки? Скажи, пожалуйста. Девчонки, он боится, что все закончится, если он возьмет инициативу в свои руки. Понимаете, что может пойти какое-то движение, но он как-то может неосторожно делать шаги, и это может просто все разрушиться. Поэтому он предпочитает сейчас как бы все на вас как бы переваливать, да? Так, ну ты скажи, тут помимо желания, страсти, я так смотрю, у тебя еще какие-то чувства есть, я правильно тебя понимаю? Очень осторожно к этому подходит. Чувство есть, знаете, как искорка. Есть некая такая искорка. Эту искорку можно разжечь. Но он очень в этом плане осторожен. Он очень переживает, потому что ему кажется, знаете, вот есть такие люди, которые говорят, а я недостоин любви. Или она меня никогда не полюбит. А зачем говорить о этих чувствах, если это все равно нереализуемо, понимаете, это из этой оперы. То есть человек здесь как бы, ну, можно сказать, не уверен в себя в этом, в себе в этом плане. Фух, что-то сложно, девочки, сложно, какой-то очень сложный мужчина, очень много комплексов, очень много таких вот откатов назад, очень много сложно. Ладно, хорошо, и скажи, все-таки ты, ну, твои фантазии, они выходят за рамки, я так понимаю, очень и очень и очень, правильно? Ну да, говорит, обычной женщине это особо в голову не придет. Социум. Здесь социум, говорит, социум сдерживает фантазии. Боже, что ж тебе такое хочется-то, что ты думаешь, что это и в голову женщинам не приходит, и социум все это не одобряет. Говорит, ну не то, чтобы женщина была просто сердцеедкой, и не те ситуации, чтобы женщине было стыдно. Нет, но он здесь хочет, понимаете, то есть у него какие-то такие фантазии, которые могут вас раскрыть очень сильно эмоциональную глубину, знаете. Ну, но здесь я вам скажу, фантазии могут быть и такие, и на грани, девчоночки, на грани, вплоть до игр таких опасных, опасных. Да, проходят здесь у этого человека такие мыслишки всевозможные. В общем, если пойдете с ним реализовывать его фантазии, то как-то сразу договоритесь о том, чтобы это было безопасно, или как-то проверьте, насколько он к вам чувствителен, потому что какие-то все-таки мыслишки у него тут бродят. Так, все равно, сейчас я тогда, раз у нас такая тема пошла, так, а на самом деле можешь ли быть ты опасным в играх своих? На самом деле можешь ли ты быть опасным в своих играх? Ага, нет, девчоночки, нет. Фух, слава богу. То есть он может мечтать, он может фантазировать, он может доводить до какой-то грани, но он вас услышит на самом деле, он, ну, все нормально, не переживайте тут. Но все равно, ну, как бы, понимаете, то есть не переживайте, но слово «стоп» говорите вовремя. Так, хорошо. Ну, мы еще не знаем, конечно, куда все дойдет, потому что мы сейчас посмотрим, как он действует, а на самом деле планирует. Вот-вот-вот, и я же об этом же. Я же ж об этом же, девочки. Все, наша песня хороша, начиная сначала, да? То есть очень много мечтаний, фантазий, мы сами все видели. А как ты действовать планируешь? Не-не-не, я буду осторожна, чтобы меня не накрыло волной вот этой любви, чувств. Не-не-не,
Не, этого я не хочу. Я тут буду, короче, такой, как мужик, недвижимый, стоять, не шевелиться, пусть она. Сам он, девочки, не бросится в огонек, не бросится, понимаете? Ну, как бы стремновато ему. То есть он будет оставаться все-таки в неподвижной позиции. Он ждет, чтобы вы начинали ему демонстрировать, чтобы вы его зазывали, чтобы вы его привлекали. То есть мужчина здесь все-таки в пассивной позиции. То есть вот как он нам здесь вышел, понимаете? Вот так он и действует, понимаете? То есть в мечтах одно, в фантазиях одно, в мыслях одно. По факту, я буду недвижима, потому что ему кажется, что так он крут, девчонки. Крутой мужчина, который не делает шаги к вам навстречу. Окей. А что, боишься, да, что чувство накроет? Боишься влюбиться в женщину? Боишься, что если сам начнешь действовать, то тебя чувство накроет? Боже, полетели. Полетели карты во все стороны. Не надо нам эти психи. На вас стрелки переводит, говорит, нет, я не хочу, чтобы тут женщину чувства накрывали. А тебя? Девочки, все на вас переводит. Вот прям все на вас, за вас прям переживает. Ладно, почему ты такой тут у нас недвижимый товарищ? Объясни мне. Почему все-таки ты такой недвижимый товарищ? Говорит, ну пусть она меня искушает. Пусть она меня искушает. Пусть она... А почему женщина вдруг должна тебя искушать? Объясни. Ну, как бы, да, я ж охотник, она жертва. Пусть она вначале попривлекает меня, чтобы я захотела выстрелить в нее свои стрелы. Игр хочется мужчине. Очень хочется игр. И что, если женщина тебя начнет привлекать, что ты начнешь действовать? Нет. Почему? Пусть, опять, девочки, пусть она, а ты? Знаете как, ему вот интересен уже сам процесс взаимодействия. Ему вот этот первый шаг, мне кажется, сделать очень-очень сложно, понимаете? Он говорит, я буду откликаться, если она возьмет инициативу в свои руки. Я буду общаться, я буду отвлекаться, я буду прикладывать усилия, но если она возьмет инициативу в свои руки. Но при этом же вот ты нам показываешь, что ты, ну, как бы не пустишься во все тяжкие в этих отношениях. Нет, почему? Это вот, знаете, на вот этом этапе, что он первый не нырнет в них. А когда вы его уже зацепите и пойдете с ним, нет, он побежит за вами, девочки, да, то есть когда вы его зацепите как-то, да, он тогда включается и все-таки впускается в отношения. Ладно, через что женщина должна тебя привлечь, как ты считаешь? Через какие там действия или что она должна тебя привлечь? Ну, не через демонстрацию холода, нет, не надо. Знаете, девчонки, то есть как-то вы ему, может быть, ну, опять же, если вы это захотите делать, если вам это интересно, если вам этот партнер нужен, да, если вы решитесь его привлекать внимание, то вы можете, да, где-то там юбочку свою приподнять, ну, образно говоря, то есть какие-то, может, фоточки красивые выставить где-то в каких-то социальных сетях, где-то заявить о своих желаниях, чего вы хотите, то есть каким-то образом его спровоцировать, да, то есть какие-то темы, которые вы можете как-то заявлять, чтобы он понял, что он может к вам ближе подойти. То есть, именно о каких-то своих желаниях, возможно, то есть у вас есть какие-то перекрестные моменты, чего там раньше делали, или чего вместе хотели бы поделить. Ну, что-то из этой серии, понимаете? То есть как-то его зацепить вы можете через какие-то посты, через какое-то общение, то есть, да, вполне можно. Но опять же, решать вам, нужно вам это или не нужно, потому что, ну, как бы, ну, решать вам. Вы знаете, даже в этот раз я не буду брать. Не буду брать совет для вас.
Вот, знаете, ну вот нет, не надо сейчас брать совет для вас, потому что здесь решать вам. Увы, сейчас в новой оновленной энергии вот этой, вот она действительно шикарная, она действительно прекрасная, вы видите по-новому мир. И знаете как, здесь можно сказать, слушайте свою интуицию. Если вам хочется взаимодействовать с этим мужчиной, взаимодействуйте. Если не хочется, не надо. То есть идите из своих новых качеств, решайте сами самостоятельно, потому что, ну, мужчина, конечно, своеобразный. И, ну, по сути, мы здесь уже очень много увидели, прочитали, да, что и как, на что он гораст и так далее. Поэтому смотрите сами. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое, что вы были со мной. Буду очень рада обратной связи. Буду очень-очень рада комментариям, как у вас отыгрывается расклад. Спасибо. Пока-пока. Для того, чтобы записаться на личный расклад, пишите в Телеграме, пишите в WhatsApp, записывайтесь, поработаем с вами индивидуально. Хорошего вам дня. Пока.